Семеновского района. Примерно в июле месяце представители казачества, экологического совета, совета предпринимателей, территория закона, представители партий, общественных движений, уважаемые люди города Буденновска и нашего района, собрались и создали общественную палату нашего города и Буденновского района. Что такое общественная палата? Это участие общественности, представителей партий, движений, каких я перечислил, всех желающих принимать участие в жизни, можно сказать, общественной нашего города, нашего района, поддерживать демократические инициативы, свободы и взаимодействовать с местной властью, государственной, муниципальной, по решению и отстаиванию ваших вопросов, проживающих на территории нашего города и нашего района. Уважаемые прикомчане, на сегодняшний день очень много проблем в нашем городе, в нашем районе. Вы знаете, что собираются строить газоперерабатывающие установки большой мощности. Экологический совет рассматривал вопросы проведения независимой экологической экспертизы. Много вопросов предпринимателей, у казачества, у других. И эти вопросы можем решить только мы, проживающие на территории нашего города и нашего района. Мы прекрасно понимаем, что много проблем у федеральной власти, но она их решает. Многие успешно, многие, видим, постепенно, региональная власть. А то, что у нас на Прикумье, только это в наших силах, проживающих здесь. Председателем общественной палаты мне оказали честь быть, то есть избрали председателем палаты, заместителем Пшипова Александра Васильевича и вторым заместителем, то есть другим, Перкун Евгения Анатольевича. В составе управления общественной палаты у нас около 30 человек. Мы находимся в город Буденновка, Пушкинская, 107, рабочий телефон 2-17-15. Подходите к нам, с вашим участием только смогут решаться многие вопросы. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и премьер нашего правительства, нашей страны Владимир Владимирович Путин не один раз говорили, что самый действенный контроль за любые уровни власти – это общественность. Участие общественности в тех делах, можно сказать, и совместно с местной властью, региональной властью рассказывать, носить свои предложения и, соответственно, решать данные вопросы. Мы ждем вас только с вашим участием, большим нашим количеством. Мы сможем решать те проблемы, которые есть у нас. Уважаемые прикумчане, пользуясь случаем, от имени правления общественной палаты я хочу поздравить вас с днем рождения, можно сказать, с днем нашего города, 212-я годовщина. Пожелать всего самого доброго, здоровья, счастья, успехов. Мы видим те, которые успехи есть у нас на Прикумье. Мы видим много, можно сказать, недочетов, просчетов, то, что нужно решать нам, а больше никто. За нас это никто не решит. Большое спасибо.